Всем привет, меня зовут Женя, и с вами Turkish Cook. Сегодня будем готовить вот такой потрясающий шоколадно-вишневый торт. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, присоединяйтесь, будем готовить вместе. Поехали! 4 яйца взбиваем с 1,5 стакана сахара миксером, очень хорошо, до устойчивой пенки. Итак, вот как взбились наши яйца. Очень хорошо мы их взбили. И сейчас сюда засыпаем и аккуратненько все перемешиваем. Вот нашу сыпучую часть. Здесь у нас, значит, 1,5 стакана муки, 0,5 стакана какао, 1 пакетик разрыхлителя. Все перемешиваем хорошенько, чтобы не было комков. И потом засыпаем аккуратно это все в наши яйца. И туда же выдавливаем 0,5 лимона. И хорошо все перемешиваем. Сейчас будем готовить с вами крем. Здесь 2,5 стакана молока и 1 яйцо. Все хорошо перемешиваем. Поставили уже на плиту на маленький огонь. Следующее, значит, смешиваем сейчас сухую часть нашего крема. Здесь у нас 4 столовые ложки сахара, 3,5 столовые ложки муки, 1 пакетик ванили 5 грамм, 2-3 столовые ложки какао, это уже вы смотрите сами по цвету на любителя. Ну, я добавляла, наверное, 3, не наверное, а 3 столовые ложки какао. Сейчас это все высыпаем в наше молоко с яйцом. Итак, высыпали наше какао, муку и сахар в молоко и вот так вот мешаем до загустения. Оно на плите, огонь включен и ждем, пока оно загуснет. Аккуратненько мешаем все хорошо, чтобы только не пригорело. Где-то парочку минут. Смотрите, какой он стал густой. Все, выключаем и пускай остывает. Дальше продолжаем делать наш торт. И да, еще пока крем не остыл, мы добавляем сюда 50 грамм сливочного масла. И хорошенько размешиваем нашу форму теперь маслом очень хорошо. И выливаем наше тесто в нашу форму. Вот такое тесто. Поехали. Спустя 30 минут наш пирог готов. Сейчас он немножко остынет. Я его достану из формы и разрежу пополам. Вдоль. Итак, вот таким образом запихиваем нож. И идем по кругу, по радиусу. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Его вот так вдоль и разрезаем. Итак, вот такие две части у меня получилось. Сейчас я делаю для них пропитку. Пропитка такая. Просто вот берем 100 грамм молока и туда добавляем чайную ложку кофе растворимого. То, как хочет. Можете какао добавить, можете с сахаром добавить, неважно. Как вы любите. И сейчас просто берем вот этой вот пропиткой. Вот так поливаем по всему пирогу. Так, следующее мы сюда между слоями положили вот именно вишневое варенье. Вместе с вишенками, конечно же, без косточек. Вот так вот. Оно еще пропитается, будет просто супер. И сейчас закрываю второй частью тортика и буду обмазывать все шоколадным кремом. И вот так со всех сторон мы обмазали нашим шоколадным кремом. И сейчас займемся украшением. И, кстати, да, если крем ваш очень загус, вы можете добавить немножко молока и снова его на огне размешать. Он тогда будет более жидким. И вот таким образом мы украсили наш торт. Вот. Надеюсь, что маме понравится. Здесь это у нас вишня в шоколаде. Я ее покупала в магазине. Поэтому вы можете купить что угодно и украсить как угодно. Вот так вот. Вот такая красота получилась. Надеюсь, это видео вам понравилось и будет полезным этот рецепт. Если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и будем готовить вместе. Вот работа есть, Валя. Куда? Чок, Зелья, супер. Юху! Мы же еще